property, couldn't you? Как и мой клинок. Ты так говоришь, как будто уверен, что тут что-то полезное. Ну, зная местную историю, надеюсь, у тут еще осталось немало сил. Нельзя оставлять Гердуина.
нас все! Ужасному отцу, как и я сейчас. Отец ужаса действует сквозь меня, и его работа только началась. Я рвусь в бой, как и мой клинок. Веди, сестра. Теперь мы с тобой связаны, объединены силами пустоты. Ты не отвечаешь? Я что, должен говорить на вашем несуразном языке? Мой старый друг.
Собираешься ли ты закончить то, что не смог раньше? Теперь мы с тобой связаны, объединены силами пустоты. Тебя вместо себя? Я был лишь уведомителем Черной Луги, но тебя назвали слышащим. Нет. Эсти выше. Тебя, что твоя собственная сила тебя погубит, что все это лишь для того, чтобы я стал сильнее.
двигаться. Я помню Скайрим своей юности и алый блеск на белых полях. Слышащий? Теперь мы с тобой связаны.
отказалась идти. У нас не было выбора. Ты знаешь, оно там, за этой дверью. Ты чувствуешь? Нам не выжить, нет. Будем держаться вместе, что бы ни случилось. Согласна? Я с вами. Согласна. Держимся. Вместе. Thank you.
Простите меня! У меня не было выбора, иначе бы чудовище вырвалось на свободу! Обещаю вам, я не дам этому повториться! Я наглухо запечатаю это место! Все-таки удалось выжить. Анкана был прав. Тебя стоит опасаться. Боюсь, мне придется забрать у тебя этот посох. Анкана хочет на его спрятать. Ах, да. И еще он хочет твоей смерти. Ничего личного. Ничтожество. У тебя нет шансов. Тебе крышка. Моя работа — служить Ярву, а не развлекать беседы и путешествия. Тебе удалось выжить, значит, он у тебя. Будем надеяться, что псиджики не ошибаются, и в нем действительно сокрыта большая мощь. Она погибла. Когда стало ясно, что нам придется отступить, она осталась, чтобы прикрыть отходящих. Я пойду за тобой. Если хоть кто-то из нас выживет.
стоило так называть. Думаешь, я не смогу тебя убить? У меня в руке сила, что может обрушить мир в небытие. Знаешь, что можешь снизить? Они не действуют. А, я вне пределов твоих жалких магических сил. Посох. Воздействуй посохом на око. Хватит! Thank you.
Сила, такая энергия. Я знал, что у тебя все получится. Я не знаю. Анкан исчез. Но то, что он сделал с Оком, не прекратилось. Понятия не имею, что нам делать. Да что происходит? Мы знали, что ты победишь. Твоя победа подтверждает, что мы в тебе не ошиблись. Тебе удалось доказать, что ты сможешь руководить коллегией в Винтерхолде. Око становится нестабильным. Его нельзя тут оставлять, иначе оно может уничтожить коллегию и весь мир. Его нужно спрятать.
Действия Анкана доказывают, что мир еще не готов к такой вещи. Мы будем охранять его. Пока что. Вы сохранили свою коллегию и сможете жить как прежде. Спасибо тебе, Архимаг. Весь мир у тебя в долгу. Ура! Коллегия вновь в безопасности. Я знал, что ты справишься. Осмелюсь сказать, что пси-джики правы. По-моему, нет более достойной кандидатуры на должность Архимага. Вот теперь это твое. И покой Архимага тоже. Я в любой момент готов помочь тебе советом, если потребуется. Угу. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду.